Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я хочу показать вам, как я буду убирать вот это дерево. Оно стоит на краю участка и может упасть на соседний участок. Для того, чтобы этого не случилось, мне необходимо его срезать. Но проблема стоит в том, что оно должно упасть в строго определенное отведенное место. То есть она вот должна сейчас, получается, ровно в мою сторону падать. Для этого я покажу, что я буду делать. Ну вот так мы спилил верхушку. Теперь зафиксировал веревку для того, чтобы он не пошло туда, куда не надо. И уже сделал клиновой пил и начал пилить с обратной стороны для того, чтобы направить дерево в эту сторону. Ну, как видно, дерево упало так, как и должно было быть. Я его уже попилил. Вот. То есть специально срезал чуть выше, чтобы точнее оно упало. Потому что внизу там ствол под большим углом идет в сторону, чем вот где-то 1,5 метра от земли. То есть, как видите, как и планировалось, упало ровно в то место. Так что все отлично прошло. Если будут вопросы, спрашивайте.